Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс. Сегодня вам покажу и расскажу, как же сделать огромный город в Майнкрафте примерно за 15, ну или же за 30 секунд в Майнкрафте абсолютно без модов. Друзья, не забывайте подписаться на канал, нажать на колокольчик и поставить лайк на этот ролик. Ну что ж, друзья, начинаем. Итак, берем командный блок, ставим его и вписываем вот такую вот команду, ссылку на которую я оставлю после 50 лайков на этом ролике. Ставьте лайк. И, друзья, эта команда работает с версии 1.8 и выше. И, да, активируем командный блок и ждем построения механизма. Итак, друзья, механизм у нас построился, и теперь у нас в инвентаре появился вот такой вот снежок. Это создай мегаполис, то есть создай город в Майнкрафте без модов. Ну что ж, давайте кинем куда-нибудь этот снежок, куда бы кинуть, а? Тут столько места. Ладно, давайте сюда вот кинем, и сейчас у нас построится город Сити. И вот, как вы видите, начинают строиться. Давайте пока что походим здесь, точнее прилетаем и посмотрим, что тут есть. Так, пролагивает чуть-чуть, потому что все у нас строится. Смотрите, какие мегаполисы, какие вот здания. Такие небоскребы строятся у нас и строятся. Так, что ж, давайте посмотрим, давайте зайдем в одно из этих зданий. Давайте даже с самого низу зайдем. И что же у нас тут есть? У нас здесь есть белое стекло, кварцевый блок, светящийся камень и лестница. Все как бы, да? Все, давайте посмотрим еще. Ну, вроде как да. Здесь больше ничего нету, то есть кроме блоков, из которых он строится. А да, еще вот этот вот морской фонарь. Да, еще морской фонарь. И все, как бы все, больше никаких блоков нет, из которых он состоит. То есть из кварца, вот, как бы вот эти вот предметы, из которых строятся вот эти вот все здания. И вот таким вот образом вы можете строить огромные города у себя на карте, у себя в мире Майнкрафта без модов. Строить эти города и какую-нибудь свою карту прикольную построить. То есть для ваших карт это будет очень даже прикольная команда или же прикольный механизм. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик при подписке на канал. И набираем 50 лайков, и я скидываю ссылку на эту команду в описании. Ребят, на этом все. Всем удачи. Кликайте сейчас на ролики, которые справа от меня. И кликайте на кружочки с моими аватарками, чтобы перейти на канал и подписаться. Все, на этом все. Всем удачи.